Первая игра пятого кука-ректора, который проходит в здании педагогического института, ну не здание, а в спорткомплексе, уверенный идет, играет команда МГУПУ Марка, почему-то сдобренная игроками Мегайка и Кивс Альфа. Уже порядка 40 очков ведет МГУПУ Марка. С нами Людмила Волкова. Здравствуйте, Людмила. И первый вопрос. Откуда такие модные очки? С Германии. С Германии. Ну хорошо, рекламу не будем делать. Да. Кто эти люди в вашей команде? Кто? Кого вы хотите, чтобы я прорекламировала? На капитанском мостике, которого вы сидите. Тут Чижи, Иваны Меликовы. Ну, по-моему, игроки МГПУ Марки просто как вы. Цитирую вас. Сдобренные игроками Мегайка. Что произошло за тот короткий промежуток с момента окончания сезона? Или это тестовый режим? Ну, я очень надеюсь, что тестовый режим перейдет постоянный. Пользовательский. Да, постоянное действие. Вот. На данный момент пытаемся сыграться и смотреть, как это будет выглядеть и что из этого получится. То есть можно сказать, что команды Мегайк не будет в следующем сезоне? Будет... Почему? Команда Мегайк остается, она есть, представители Мегайк остались, и они будут участвовать в КВЛ. Просто я оказалась вне команды Мегайк на данный момент. Но с игроками Мегайка? С частью игроков Мегайк. Ага. Да, вот я вижу, один из игроков за следующую команду. Да, старожилы Мегайка, они остались, у них своя команда, я очень надеюсь, все будет у них хорошо и все получится. Это мы увидим в следующей серии, да, я так понимаю? Наверное, которая, да, уходит после этой игры. А, так, ну вы, смотрю, уверенно захватили тут преимущество, да, команда Кивс Альфа, такая достаточно молодая. Ну я, честно, насколько я понимаю, они играли в дивизионе Б. Да. Я просто не видела их команду. Это же хорошо, когда появляются новые молодые игроки. Не совсем так уверенно появляются. Что надеюсь. А, слушайте, у нас уже потери, да? Бондаренко травму получил, да. Рассечение какое-то. По не очень приятный момент по ходу игры, но я надеюсь, что это рассечение не настолько серьезное, насколько все испугались. И Костя в ближайшей игре появится у нас на площадке. Очень на это надеюсь. Понятно. У вас будет кто-нибудь еще добавляться там? Какие-то джокеры? Джокеры? Или этот состав, который будет уже до конца? Не, ну будут же игроки, которые тоже игроки Марки, и которые там, допустим, в отпуске данные две недели, кто-то будет уезжать в отпуск. На то на летний кубок, что играют те, кто присутствует. А джокеры? На то не джокеры, что появится сюрпризом. Понятно. Ладно, удачи. Спасибо, была рада помочь.